Строить фоки на базе детско-юношеских школ, обучать тульских ребят плаванию с первого класса. А еще Туле просто необходим универсальный дворец спорта, современный легкоатлетический манеж и крытый велотрек. С такими предложениями выступили участники экспертной группы по спорту. Третье заседание прошло на тульском велотреке. Участники рабочей группы разделились на подгруппы. Они будут дорабатывать предложения по пяти важнейшим направлениям. Среди них комплекс мер по пропаганде спорта, модернизации системы физического воспитания, развитие кадрового потенциала, улучшение спортивной инфраструктуры и совершенствование подготовки спортсменов высокого класса. Лучшие из идей войдут в стратегию развития региона на ближайшие 5 лет. Уже сейчас эксперты предлагают поощрять тульских школьников дополнительными баллами за сдачу норм ГТО. Практика показала, что норма ГТО, это не так-то вообще-то говорили, вот это будет обязаловка. А вы знаете, дети с удовольствием сдают, у них какие-то соревновательные моменты. Мы предлагаем не один балл, как это было вот сейчас, для тех, кто сдал на золотой значок. А, допустим, 5 баллов к ЕГЭ добавлять за золотой значок, 3 балла серебряный и 1 балл бронзовый значок. И тогда это будет вообще стремление. Вот это реальные моменты, которые можно сделать на местном уровне.